Решил-таки я себе собрать лабораторный блок питания а-ля зарядное устройство в одном флаконе. Ну, тут некоторые модули с AliExpress, некоторые здесь куплены. В общем-то, он у меня минимум показывает один. Сейчас я покажу. 1,1 вольт. Максимум 27. Ну, я так подозреваю, под нагрузкой будет вот 27,4 максимум. Ну, 24 вольта, если под нагрузкой. Но это не точно. Вот. Попутно делал провода к нему. Это силикон 14 АВГ. Где-то примерно в сечении около 2 квадратов. Бананы с AliExpress, провода тоже. Ну, если замкнуть, то можно регулировать вот до 10,5 ампер. Ну и от минимума. Соответственно, можно заряжать вообще любые аккумуляторы до 24 вольт. Ну, в общем, минималка, как обычно. USB 3-амперная. И здесь параллельный выход соответствует. На основной клеммы соответствует. Барашки тоже с AliExpress. 5,5 тоже с AliExpress. Весь корпус алюминиевый. Вот такой. Размером он 29 сантиметров, высота 12 сантиметров, 8 сантиметров ширина. Сам индикатор 700 рублей только стоит. Кнопка рублей, наверное, 300. Вентиляция с отдельным выключателем. Он шумит, если только под большой нагрузкой. Отдельный выключатель. Ну, отдельно кабель, если что, заменить можно. Ножки силиконовые вообще не скользят. Это какие-то мебельные амортизаторы, что ли. То есть он нормально крепко так цепляется. Сам корпус с передней панели — это алюминиевый лист. Где-то 2 миллиметра. Ручки — это пластик, но они металлизированные. Они даже не царапаются. Они у меня лежат лет, наверное, 30. Ждали своего часа. У меня их там штук 6, наверное. Таких в свое время купил, давно еще по молодости. Так и лежат бесхозные. Один раз стояли, правда, в магнитофоне, но я их оттуда вытащил. Катушечный советский. Внутри импульсный блок питания. Недорогой. Написано 24 вольта, 10 ампер.
Ну там вряд ли 10 ампер, в пике если только. Вообще вешал я на него нагрузку, спираль от утюга, не хромовую. 10 ампер он держит, но падает напряжение. Вот. Сам блок питания, импульсник, он не просаживается. Вся падение напряжения происходит только на DC преобразователе этом с Алиэкспресса. Алюминий у нас продавался миллиметровый, такой 1,3 где-то примерно толщина у него. Все на уголках, на цельных. Я потом прикреплю фотографии, как я его собирал. Такой вот не мелкий получился. Обошелся он у меня где-то примерно 1003.
Такой корпус я уже сделал сегодня. Надо сзади что-нибудь придумать с питанием от сети. Эти отверстия будут крепить сам импульсный блок питания. Все на уголках. Видать.